Новоселье у городе Свислач. 56 семьев отримали ключи у новом шматкватерном доме по улице Цагельник. Его будовництво началось у соковику, а уже у снежни мара об уласной квартире стала реальностью для 37 шматдетных семьев. У четырех квартирах будут жить пары, где есть люди с обмежеванными махчимостями. Еще четыре жилые площади займут былые сироты, а так само те, кто мае потребу у поляпшении жилевых умов. Татьяна Гришук расскажет. У Свислачах это первый реализованный такой проект за последние 6 годов, але не один. У новом доме будет проживать 56 семей. У лику новоселов семья Аниська, якая выховывает 6 детей. Переезд у новую квартиру – соправдный подарунок, исполнение марау под Новый год. Мы живем в сельской местности, когда мы переедем сюда, значит, у детей будет больше возможности ходить на какие-то кружки, посещать кружки детям, потому что домой возвращаться было далеко, и если поздно, то не всегда можно их забрать, привезти чем-то. А здесь близко, все в шаговой доступности, очень хорошо. Новоселы Аниська займают квартиру на первом поверсе. Это удалый выбор для семьи, у якой есть дитя с проблемами со здоровьем. До слова, таких пар тут 4. Их соседями будут 37 шматдетных семей, былые сироты, те, кто потребует лепшие жилевые умовы. 8 человек, которые имеют острую потребу у социальном жилье, 3 семьи займут арендные квартиры. Дякуючи державной поддержке, каждому тутешему новоселу был предоставлен банковский кредит. Огульным объемом амаль 3 миллиона 200 тысяч рублей. Чем больше будет строиться жилья, тем лучше. Это любому председателю исполкома. Это за счастье, это за огромную радость доставляет вот такие вот моменты. Но мы промониторили ситуацию. На сегодняшний день, чтобы такой вот хотя бы дом, чтобы один еще вести, ну, к огромному сожалению, покуда что людей не набрали. Но мы будем дальше эту работу продолжать. До слова, на прикладе этого дома по указе президента номер 240 кредит для шматдетных семей с трьма детьми будет погашены субсидии державы на 95%. С 4 детьми на все 100. Апроч того, 16 шматдетных семей реализовали свое право на дотерминовое використание материнского капиталу для полной оплаты за квартиру. Таким чином, сдача 56-квартирного жилого дома у Свислачі стала отчувальной допомогой у скорочении черги громадян, которые имеют потребу у поляпшении жилевых умов. Таким чином, констатуют местные улады, задание по уводу жилья на 2020 год цалком выполнено.